Привет, с вами Биг. Сегодня я поиграю в игру под названием Last in Play. В этой игре мы должны проходить уровни и как бы... неизведанный мир. Тут у нас... 9, 10, 2, 14, 15 миров, которые... Ну, наверное, не знаю, эпизоды, которые мы будем проходить. Ну что ж, начнем. Happy Juice. О, какое... Как все прекрасно. Опа. Что можно сделать? О. Девочка. Да, эта игра тоже вышла на телефон. И меня это радует. Да, можно было один раз нажать. Давай идем, идем. А, нет, много раз. Ну давай идем, идем, идем. Что это такое? Птичка какая-то. Нифига, гном выскочил. Он нам сказал идти за ним. Ну ладно, пойдемте. Открой телефон. Бери. Алло, птичка? Вот и поговорили. Ну, это титры типа начала, да? Вот и поговорили. Идем дальше. О, это что такое? Чего? А, вернуться нельзя. А, нет, можно. Чего? Прикольно. В общем-то, ребят, пока идет, пока видео началось, я хотел бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, так как видео выходит каждый день. Да, и я над ними стараюсь. Ох. Что? О, два гоблина. Сейчас мы, походу, будем запрыгивать по ним. А, все, достаем. Чашку в карман. Как она чашку в карман засунула? Ладно, идем дальше. О, нет. Прикольно он говорит. Идем, идем, идем. Дальше, дальше, дальше. В самой игре показываются нажатия, наверное. Скорее всего. Дальше нельзя идти. Ну давай. Что за цветок? О. Ой, ты что такое? У него замочная... А, нет, это глаза. Думал, замочная скважина. Что ты такое? Ё-май. Это что такое? Это большая рыба? Только которая находится и живет в земле. Наверное, я не знаю. Странно, конечно. Зайдем по лестнице. Ключ. Угу. Нужен ключ. Last in play. Че ты так смотришь? Просто что это было? О. А чем мы теперь так счастливо идем? Ох ты. А как, например, кружку использовать, там я не знаю. А, сама его достала. Молодец. Угу. Король жаб. Утка. Король жаб. Дай кружку. Тут она быть пущена. Ага. Ты кружки надо. Да успокойся. О. Ну я так и знал, что в жабе есть кружка. 100% был. Опа. Что тут у нас? Ключик, давай. Молодец, давай его сюда. Давай сюда.
Ё-моё. Извините. Полетели обратно за ключом. Ой, за ключом, за дверью. Мне нравится то, что она в припрыжку идет. Да у тебя вот же ключ есть. Что ты тупишь-то? А кружку сама, главное, достала. Без помощи моей. Или с помощью, я не знаю. Чего? Я понял. Нифига не понял. А, все понял. Все, понял, понял. Красненькая. Попали? Ну, не. Что? Лейка? Я знаю, когда мы ее использовать будем. А, назад нельзя пройти. Сюда идем вперед. Так. Что тебе надо? Ага, я понял, куда лейку. Сейчас мы тут все зальем. Нормально, девочки, да, когда перед ней стоит гном, королева жаб и утка в шляпе летчика с трубкой. Все, пьем чаечек. За подписчик. Я просто перевел, что не сказали. Да. Короче, я начал использовать другую программу. Мало ли. А, это был сон. Ё-моё. Просто мало ли. У меня звук здесь будет четче и лучше. Я не знаю, конечно же. Но мы. Если нет, то я это решу. Просыпаемся. Просыпаемся. Раз, два. Проснулись. Буди его теперь. Чё он дрыхнет? Эй, чё ты дрыхнешь? Ну-ка, вставай. А, ну можно и так. Опа, на это что такое? Кот. Ну это ж кот, по сути. Того у котов глаза светятся. Ну, не только у котов. Много у кого, например, у коров глаза светятся. Это очень страшно, выйдешь сюда не в темноте, кстати. Не понравилось тебе запах кофты. Чё можно? Давай буди его. Та-да! Вот. Фиг разбуешь. Куда? Я хотел на него нажать, я нажал на коробочку. Ну это классно, кстати. Давай, открывай коробку. А, ну, можно и так. Вот, стой, залезь на коробку. На коробочку залезь. Я увидел. Блестящее. Давай. Сейчас все на ней высыпется. А, нет. Это что такое? Отвертка. Отвертка нам понадобится, чтобы будильник починить. 100%. А, нифига. Я понял. Че так много-то? О, все. Нашел. Мы еще нашли заводную штучку. А как? Ничего не здесь. О, да, молодец. Забираем. И батарейки нам еще нужны. Давайте еще из нее батарейки можно вытащить. Лампа, точняк. Из лампы батарейки. А, в лампе нет батареек. А-а-а. Во, я же говорю, кот. Это было прикольно, смешно. Сиди такой, оу.
Ничего не понял. В роботе есть батарейки. Ну, нифига он опасный. Туши себе волосы. Нормально у тебя волосы горят? Такая. О, точно, у меня же волосы горят. Пойдем будильник чинить. Да я знаю, а чё? А, точно. Даже самому. Вот так вот. Переворачивай. Ага, откручиваем, получается. А чё не крестовая? Чё плоская? Чётка. Ё-моё. Я надеюсь, нам в шестеренках разбираться не надо. Да нет же. Перевернуть, во. Нормально. Покрутились. Ага. Я понял. Как бы теперь вот эту шестеренку нам наверх убрать? Головоломки пошли всякие. Ну ладно, это легко. Все. Вот там крутишь, не крути там ничего. Давай, все. Буди брата. На этот раз я снимаю видос, кстати, в 8 утра, не 3 часа ночи. Да, да, да. Ты че? Ты зря, конечно, сделал, мужик. Ой-ой-ой, какой тут у нас он. Ну, понятно, он сразу в туалет пошел. Это 100%. Ну, как кто так не делает? Проснулся, взял телефон. Нет, мне кажется, все делают. Проснулся. Полежал, но только потом уже все остальное. Собакен. Ладно, спускаемся вниз. Че тут можно? Часы мне нравятся. Ага. Алёка чиля коку. Мелки. Порисуешь или заберешь, понятно. Книжка, что за книжка? Комикс. Ага. О, так это подсказочка, типа. Коробка, ножницы, фломастеры. Коробка, ножницы, фломастеры. Походу вот здесь в закрытом ящике находятся ножницы. А где-ка сама коробочка? Я не знаю, да? Можно пройти дальше? А, можно дальше пройти. А, нет, сидит. Фишка же. Так я тебя сейчас выкурю. О, вот этим. Видишь? Кошак. Нет, не работает. Здесь что у нас? Белье получается. Давай, дальше ищи. Давай, давай. О. Кастердак. Давай, ищи. Не то. А, нет, может и то. Давай на нем. Нет. Ты чё сидишь? Ну, поговори-ка. Ну, иди в жопу. Что таким? Что ему мне еще сказать? Дальше можно пройти? Нельзя. А, все, я понял. Ладно, собаку использовать. Мячик. Полетел. Хомячика мама Нина. Спит. Сейчас разбудим.
кстати, я походу понял как. Вот так. Нет. Подожди. 2, 3, 4, 5. Угу. А, мне их теперь толкать нельзя. Блин. А, ну это ладно, это не беда. Мы вот так все сделаем. Толкнем его, его, его. Все. Наконец-то. Сначала не понял. Давайте мячиком играть. Иди выкуривай этого кота. Ого. По лестнице упал, скатился. Ой. Нифига. Люстра просто упала. Ну, все. Ой. Ну. Не буду говорить, что у нее на голове. Ну-ка. Собакен, коробочки дрысь, молодец. Если бы ты сейчас там остался, я бы тебе прибил бы число. Коробку просто закинула. А не, давай дальше. Стой, давай пойдем туда, пойдем сюда. Можно? Нет, нельзя. Что это за кран? Утка. Не, ну ты можешь поговоришь со мной, не? А чё, раньше ты уйти не мог? Что это? А, всё, понял. Маятник. Ну, полетели. Маятник сюда. Ё-моё. Стрелка. Ё-моё, я-то думал, что это ключ мне сюда на базу. Ёшкин дрын, я сижу. Я минут 10 сидел, думал, как, чё и куда. Ё-моё, может даже больше, я не знаю. Вот. Сразу. Чем мне ножницы были нужны? Вот зачем. Может ему показать? Ну-ка, давай проверим. На, держи. Вырезай, крась там, не знаю. Мелками, не мелками, что ты такое? Ну? Ну, ладно, чё ж сказать. Бывает. Ух. Аж глаза все съели. Это было послание, похоже, какое-то. Пасхалка! Бегите, бегите. Я не могу ни на чё нажать. А могу. А, все понял. Ау.
Ох, нифига себе. Тайный густой лес. Чё ты на меня так смотришь? Слушайте, я думаю, на этом надо остановиться. Мы дошли аж до сюда. Ну, скорее всего. Ну да. А, ну получается, тут-то не так уж и много эпизодов. Хотя они довольно долгие, поэтому много эпизодов. Ладно, что ж, на этом мы закончим. С вами был Бикс. В игре под названием Last in Planet. Всем удачи!